День столицы широко отметили в районах области. Например, в Касталовском распахнула двери новая Кумысхана. А бакиюрдинцы организовали праздничные мероприятия под открытым небом. Подробнее в следующем материале. Вот уже несколько лет, как глава фермерского хозяйства ЕКПН Нурлан Нугманов занимается коневодством в селе Бустандах. 3 года назад открыл ипподром, где содержал скаковых лошадей для национальных игр. С давних времен известно, что кобыли и молоко обладают целебными свойствами. Когда началась пандемия коронавирусной инфекции, Нурлан решил помочь своим землякам, начал производить саумал и кумыс. Сегодня у фермера 7 дойных кобылиц. Идея открыть кумысхана у меня была давно, все откладывалось, но потом карантин, пандемия, решил помочь землякам. Кумыс на самом деле очень полезен, сначала у меня было 5 кобылиц, присмотрел подходящее здание, и теперь сельчане приходят сюда, чтобы выпить кобыльего молока. Старое здание в поселке приобрело новый облик и распахнуло свои двери, как кумысхана, где работают 4 человека. В будущем здесь планируют увеличить поголовье дойных кобылиц. Спрос на кумыс и саумал растет с каждым днем. Специально из Уральска сюда приехала Батес Хайрулина. Я родом из Касталовского района. Сейчас живу с детьми в городе. Пью саумал здесь уже 10 дней. Это полезно для организма. Очень рада, что мои земляки открывают хозяйство, развивают район. Здесь очень уютно. Мне нравится. Желаю фермеру только процветания. Также в праздничный день состоялось торжественное мероприятие за вклад в социально-экономическое, духовно-культурное развитие родного края. Группе касталовцев было присвоено звание «Почетный гражданин района». Одна из них – Балганым Какимова. Эти награды не только мой личный труд, это награды всех тех, кто когда-то работал со мной в тяжелые времена становления независимости страны. Тогда мы, как единое целое, делали все, что было в наших силах, чтобы поднять экономику, развивать свой край. А бакиюрдинцев в День столицы порадовали праздничным концертом под открытым небом. В Центральном парке музыканты исполнили 10 известных произведений казахских композиторов. Альбина Кумаргалиева, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.